стало известно о том, как отнеслась Успенская к иску, который все-таки приняли в отношении нее от Киркорова. Добровинский сказал, что заявил, что уже назначили первое заседание по данному иску. Однако адвокат Успенской уведомлений не получала. И говорит, что Успенская, ее подзащитная, относится нормально, не переживает насчет этого судебного разбирательства. Потому что она считает, что ведет себя правильно и правильный образ жизни, посещает правильные мероприятия, ведет себя как порядочная женщина, у которой есть и честь, и совесть, и достоинство, и деловая репутация. Так что она спокойно отнеслась к этому иску. И что будет дальше, узнаем, когда будет разбирательство. А Успенская, если честно, ей на это, как говорится, фиолетово. И мне тоже.